Конец марта 2016 года мы решили встретить в Карелии. Отправляемся в горный парк Русский Алаш, это километрах в 30 от Сартовалы. Ну а здесь по пути сегодня погода хорошая, поэтому решили сделать остановку в Приозерске. Сегодня областной, заштатный, будем откровенны, городок. Когда-то чуть ли не второй город Новгородской республики, стоящий здесь на берегах Уоксы. Пожалуй, самое главное, чем может похвастаться Приозерск сегодня, это вот эта крепость, которая будет несколько раз давать название городу, каждый раз новое. Киакасальми, Кексгольм, Карела, Приозерск. Все это вот про эту крепость, которую мы с вами сейчас увидим. Мы проходим знаменитые мельничные или водяные ворота, между прочим, датируются концом 16 века. И выходим сюда, во внутренний двор крепости, откуда открывается отличный вид как раз на здание старого и нового арсеналов и, конечно, на здание знаменитой Пугачевской башни. Так свое название вот эта постройка получит в то время, когда здесь содержалась семья Емельяна Пугачева, две жены и дети. Карела сегодня оставляет впечатление милой, уютной, совершенно очаровательной крепости, в которую точно стоит съездить специально из Санкт-Петербурга или сделать остановку по пути в Карелию.